Люкс ФМ. Тревел-блог «Крали в терминале». Привет всем слушателям Люкс ФМ, особенно тем, кто обожает путешествовать. С вами Василиса, и сегодня мы начинаем виртуально путешествовать по всему миру с помощью Люкс ФМ и стюардессы бизнес-класса крупнейшей авиакомпании мира, харьковчанки Ксюхин. Тревел-блогера, которая успела побывать почти в 60 странах. Ксюха, привет! Где ты сегодня? Привет, Василиса! Привет, моя родная Украина! Сегодня я вещаю с города будущего, солнечного Дубая. Именно здесь я базируюсь и отсюда начинаю каждое свое новое путешествие, прыгая в огромный двухэтажный аэробус А380, который вмещает до 500 человек. Дубай – это Лас-Вегас Ближнего Востока. Тут всегда интересно, ярко и, конечно, шикарно. Вы знали, что у нас в аэропорту, например, есть отдельный терминал только для цветов? И что в загруженные часы самолеты взлетают и садятся с периодичностью буквально пару минут? А еще в этом небольшом городе каким-то образом уживается больше 150 национальностей. Несмотря на это, даже если ты будешь жить и работать тут много-много лет, возможности получить эмиратский паспорт нет. Дубай любит прилагательное «самый». Тут построили самое высокое здание в мире, каждый месяц открывают самые популярные рестораны и селят людей в самые дорогие отели. А еще ведут активное строительство самого высокого колеса обозрения. В общем, жить нам здесь никогда не скучно. Спасибо, что позвонили. Огромный привет, ваша Ксюхин. Спасибо, Ксюша. Услышимся из следующей страны. Крали в терминале. Travel-блог на Люкс ФМ.